Слушай, Сэл понаставили блокпостов по всему шоссе Рузвельта. Я только что перехватил их переговоры. Похоже, Локхард лично контролирует эту операцию. Он будет там, Пророк. Так что работай тихо. Доставить Гулду образец ткани. Выйти на шоссе Рузвельта. Маскировка включена. Пару дюжин моих людей, мисс Стрикланд. Я больше рисковать не буду. Пророк умрет. Пусть Харгрив делает с его трупом все, что угодно. Харгрив хочет... Харгриву нужен костюм, он его получит. Ему это не понравится. А мы оба, насколько я знаю, на него работаем. Вот тут вы ошибаетесь, мисс Стрикланд. Это вы работаете на него. Я же отвечаю только перед советом директоров СЭЛ и службой безопасности. И мне плевать. Понравится мои действия какому-то старому персонажу? Это не просто старый персонаж, типа Харгрива, или нет? Он лучше президент корпорации Крайнет. Осторожнее с выбором врагов, Локхард. Разговор окончен! Множество бойцов СЭЛ. Если они найдут лабораторию, нам обоим крышка. Ускорься, брат! Маскировка включена. Цель обнаружена. Повторяю, оружие обнаружено.
Это Азура-1. Цель вышла на северо-восток по шоссе. И что? Пожалуйста, 379. Можете перехватить? Это Тара Стрикланд. Контроль. Наша цель — схватить и допросить объект. Приказ на уничтожение отменяется. Подтвердите, как позже. По плану все! Этот ублюдок вынес половину группы Кобальт. Он сдохнет здесь и сейчас. Тебя носит. Прямо по курсу блокпост цел. Тебе нужно прорваться через него. Показал? Добыть транспорт на КПП цел. Доступные тактические возможности. Все чисто. Здесь все чисто. Маскировка отключена. Ответьте. Маскировка отключена. Это что? Маскировка отключена. Прорыв оцепления. Пророк прошел за оцепление. Блокпост их 9. Маскировка отключена. Ты где? Раздобудь какой-нибудь транспорт и рули уже сюда. Не знаю, как долго смогу тут продержаться. Контроль, это трап 18. Нужна подмога в точке F9. Понял, трап 18. Подмога в пути. Азура-1 в атаку! Пророк, ну
Туннель переградили блокпостами. Придется идти на прорыв. Он в туннеле! Есть! Цель захвачена. Ракета пошла. Азура, вы нарушаете приказ самого высокого уровня. Пророк, слушай, старик, я в полном дерьме. Ты должен меня выручить. Я сейчас на пути к квартире, в которую меня пустила пожить бывшая подружка. Это недалеко отсюда, можно там встретиться. Только вот, я оставил адрес у себя в лаборатории. Прямо на рабочем компе. Если они подберут код доступа, нам каюк. Проберись туда первым и разнеси мой комп к чертям. Пророк, они в лаборатории. Доберись туда раньше, чем они что-нибудь найдут.